Прошу прощения за то, что видео так долго не выходили. Они не выходили не из-за того, что я не хотел записывать ролики, просто у меня не было возможности, так как меня не было дома. Но ближайшую неделю видео будут выходить стабильно, 1-2 в день, возможно даже и 3. Так что не огорчайтесь и подписывайтесь, следите за мной. В общем, на этом все, и я пожелаю вам приятного просмотра. Хай, Джейс, это Diamond RP Amber, 3-я серия, погнали! Короче, долго думая, так где-то секунд 20, я подумал, что в этой серии я хочу заснять то, как я буду пахать на заводах, на всяких шахтах, на всяких, блять, заброшенных местах, отдаленных от людей. И давайте чекнем, сколько мне осталось до... Блять, еще 3 часа, и я тогда сниму серию, как я буду работать в водителе автобуса. Работа прям в водителе, короче. Ищем подешевле автобус, блять, это 40. Ай, да, гайда, поехали за 40. Так, почему-то у меня мало денежек, куда-то у меня делось бабло, я не знаю куда. Пацаны, когда я приеду туда, то вы, короче, там этом... Ну, мы увидимся там. Автобусник куда-то, блядь, офнулся, и теперь мне придется, блядь, садиться в новый автобус. Ну чё, похуй, погнали, блядь. Залазим в новый авто... Авто... Блядь, да стой ты, сука ты, блядь. Ай. Короче, будем ждать новый автобус. И пока мы его будем ждать, я хотел бы вас спросить такой вот это... Вопрос... О! Вообще найс, 20 баксов. Сейчас сядем в этот драндулет, и я вам там этого что-то расскажу. Если вы хотите, чтобы выходили серии по Даймонду РП Амбру, то, пожалуйста, пишите в комментариях или ставьте лайки. Ну, чтобы я как-то понял, что вам нравится Даймонд РП Амбер, чтобы я мог его снимать. Кстати, теперь я думаю, стабильно его смогу снимать, дабы... Блять, дабы, не дабы, а так как... На сервере онлайн уже упал с косаря. Сейчас уже 913 человек, 915. Блядь, Джесси Пинкман. Знакомый ник. Я не могу вспомнить, кто это, но это знакомый ник. Вроде бы с Калифорнии, но я не уверен на соточку процентов. Так что, пацаны, едем, короче, на шахту. Сейчас посмотрим, что там да как там. Я еще не был на шахте. И, кстати, куда у меня делись все... я вспомнил, куда у меня делись все деньги. Я же это... Что я это? Я в прошлой серии ходил за покупками. Вот куда делись мои денежки. Блин, хотел сегодня записать с Максом Шуршовым и еще там один пацан, GameSlot. Клевый пацанчик, в общем. Хотели записать угары с веб-камерами, но, блядь, у меня, как всегда, случился, блядь... Охуеть... Случился кал. Я, блядь, сдох вообще, заебись, сука. Короче, у меня случился кал. И я, блядь, короче, у меня не записался звук с Windows. У меня записался только мой звук. Я только слышал самого себя. Да. Вот так. Что ж, теперь мы будем, блядь, ждать, пока у нас пополнится ХП, и я появлюсь уже где-то на какой-то стройке, шахте, блядь, не знаю где, короче, где-то появлюсь, что за туса, блядь. Ну, айда, короче, на шахту, айда. Ну шо, пацаны, вот я на шахте, короче, сейчас проследую за ребятами, посмотрю, как тут устраиваться, как тут вообще, что устроено. Блин, что тут вообще на этой шахте есть и на этом серве, как тут, чё? В общем... Сейчас все узнаем, сейчас посмотрим и, как говорится, народу покажем. Куда нам идти, куда? Ага, вот пацаны багами спускаются. Отлично. Воу-воу-воу-воу-воу. Фух, отлично, я не умер. Это вообще прям nice, very, very nice. А тут я, походу, уже не смогу. Нет, тут я не смогу. Тут надо обходить, короче, с другой стороны, чтоб слезть. Да-да-да. Ну, в общем, я появлюсь уже у чекпоинта раздевалки, блядь, переодевалки, в общем, возле рубахи, и там продолжим. Ну шо, пацаны, вот я, короче, возле рубахи. Мы предлагаем вам работу грузчика ваша. Короче,
погнали, папашим, посмотрим, что тут есть, что нету. Вы взяли 34 килограмма угля, отнесите мешок на переработочку. Ясно, понятно, короче, относим сюда мешочек. Сейчас мы отнесем его и поглядим, что нам дается за это. За 34 килограмма 68 баксов. Короче, за 1 килограмм, который мы берем, мы получаем 62 бакса за 1 килограмм. Сейчас посмотрим, что мы взяли. 41 килограмм, это 82 бакса. Нормально, нормально живем, пацаны. В принципе, так-то, блин, я скажу, быстренько можно намутить себе кучу баблишка. 150 баксов уже, йоу. Нихера не сделал, уже 150 баксов. Пару раз пробежался, и тут такой вообще. О, хавчик, хавчик, хавчик. О, офигеть, это у меня вообще понт хп был. Прям как у зверя. Подошел, разбахнул, и он сдох. Примерно как голубь. Ха-ха. Ладно, в общем, это была не совсем смешная шуточка. Так что это, бежим дальше, относим мешок. Я думаю, это можно ускорить. И, пацаны, не уходите, в конце видео я спрошу у вас одну клевую вещь, на которую вы сможете ответить в моей группе ВКонтакте. Ссылка будет на группу в описании, как всегда, как IP этого сервера, так же, как и мой ник. Так что указываем Джеймс О'Коннор. Короче, буду вообще рад и всем тем, кто подпишется на мой ник на сервере Diamond Trap Amber. Буду вообще благодарен, капец, как. Прям, ну вообще, я не знаю. Не знаю, не знаю. Так, уже $300, пацаны, $300. Я уже богатый, богатый, богатый. Так, давайте отнесем еще дофигище мешков. Это, я думаю, будет смотреть не очень интересно, как вонючий потный мужик тягает мешки в оранжевой тюбетейке и в желтой каске. Так что я это ускорю и слушаем музыку, пацаны, наслаждаемся и ставим лайк за музло. Ох, как я чётенько заработал-то, три шестерочки. Три шестерочки на этих трех шестерочках. Я думаю, можно закончить работку. Заработали мы 666 баксов. 666 баксов. Объявление. Так, вы заработали 666, они придут на банковский счет с Payday. Приходите еще. Окей, чувак, я приду. Ну, а теперь вопрос, пацаны, который я говорил, задам в конце ролика. Итак, среди моей аудитории по-любому есть люди, которые остались со мной с Калифорнии. Ну, появилась новая аудитория, которая с других серверов ко мне подписалась. И вопрос для общей моей аудитории. Желаете ли вы, чтобы я вернулся на Калифорнию и начал свою жизнь там сначала? На своем же аккаунте, просто сначала. Если да, то, пожалуйста, заходите в группу и нажимайте плюсик. Если нет, то нажимайте минусик или вообще не заходите и нифига не ставьте и вообще. Не подписался, штаны обосрался. На этом все, пацаны, с вами был Джеймс Diamond Trap Amber. Ну и хотелось бы вам сказать до свидания, но увы, скажу адиос, амигос.